Макияж Smokey Eyes выглядит нежно и утонченно и может быть реализован как в ярких тонах, так и в сдержанном варианте, черном или коричневом. Все зависит от вашего настроения. Макияж — один из способов выразить индивидуальность, продемонстрировать окружающим свое истинное «я». Мода на дымчатый макияж глаз держится уже долгие годы и, похоже, останется воплощением стиля и в будущем. И это действительно легкий способ придать образу выразительность. Для начала нанесите на все верхнее веко от ресниц до бровей тени кремового цвета с оттенком шампанского. Это основа для образа Smokey Eyes. Базовый цвет не должен быть слишком белым или матовым. Идеальные кремовые оттенки шампанского с легким сиянием. Светлая основа — лучший способ усилить глубину основного цвета теней. Для нанесения темных теней я использую большую кисточку. Она поможет вбить тени равномерным слоем, продлит стойкость макияжа глаз, растушует оттенки и легко создаст плавный переход от светлых тонов к темным. Убедитесь в том, что темный оттенок теней не выходит за пределы складки верхнего века и не затеняет область под бровью. Этот оттенок предназначен только для подвижного века. Макияж смоки должен быть насыщенным, поэтому черными тенями мы подведем нижнее веко, чтобы как бы замкнуть круг. Для этого я использую тонкую кисточку для теней, ведь надо провести четкую линию. Соединение светлого и темного оттенков — ключевой момент в создании эффекта Smokey Eyes. Возьмите кисточку для румян, немного румян вашего любимого оттенка, и прижмите кисть с румянами к складке верхнего века, в том месте, где темные тени соприкасаются с бровной костью. Таким образом, у нас получится легкий коричневый оттенок естественного румянца и красивый плавный переход от светлого тона к темному. Тени нанесены, и пришло время для туши. Можно густо накрасить ресницы, особенно нижние. Это усилит эффект интенсивного дымчатого макияжа. Тяжелые, густо накрашенные ресницы оттенят макияж глаз в целом. Чтобы приоткрыть глаза и немного освежить макияж, в качестве финального аккорда я обычно наношу белые перламутровые тени во внутренний уголок глаза. Это действительно сделает взгляд более открытым и свежим. Когда нанесение макияжа Smokey Eyes завершено, мы можем заметить на коже под глазами осыпавшиеся частицы косметики. Очень удобно удалить их ватной палочкой. Просто легонько проведите ею под глазами, и ваш макияж выглядит аккуратно и безупречно. Классический макияж Smokey Eyes подходит для любого случая. При желании его можно сделать более насыщенным. Чем больше темных теней вы наносите, тем глубже и интенсивнее становится ваш макияж.